Твой вопрос трудно ответить. Я бы ответил так, что просто невозможно определить эту развилку как одну проблему российского общества или одну трудность, которая существует в российском обществе. Это настолько, это развилка, которая кто-то хотел бы вернуться до того богата возможностями и невозможностями, и трудностями, и опасностями, и результатами прошлых падений, что это невозможно видеть так. И поэтому нет ответа на ваш вопрос.